Это уже традиция. Такие визиты для Бобруйского департамента охраны – не редкость. Каждый год правоохранители радуют детишек театрализованными выступлениями и тематическими площадками. Этот раз не исключение. Мы привезли с собой и нашу самодеятельность для того, чтобы детям организовать небольшое театрализованное представление. Шоу мыльных пузырей, воздушные шары надувные, чтобы максимально детям создать атмосферу праздника и действительно, чтобы этот день запомнился им яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Для начала танцевально-акробатическое выступление. Гибкость тела и смелые трюки не оставляют равнодушным ни одного ребенка. Гвоздь программы – спектакль «Приключения Незнайки и его друзей», где всеми известный персонаж и его товарищи показывают детям разные сценки из жизни. От медицинских основ до творческих порывов героя. Дополняет праздник шоу мыльных пузырей. Конечно, нам очень приятно всегда видеть, потому что именно сотрудники департамента оказывают нам ежегодную материальную поддержку. Выделение денежных средств способствует тому, для того, чтобы подготовить школу к новому учебному году. Именно они устраивают для детей праздники. И этот праздник получается незабываемым. Насколько подготовлены, насколько удивительные артисты, насколько своеобразная программа. Вишенка на торте уже на улице. Знакомство со служебными автомобилями, примерка специальной экипировки, показное выступление кинологов с четвероногим напарником по кличке Алмаз. Все это для детишек в такой знаковый день. Гости дарят учащимся школы не просто эмоции, но и незабываемые впечатления на всю жизнь. Елизавета Житкова, Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.